Еще одна трагедия произошла в американском штате Пенсильвания. Там сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате 5 человек погибли, более 140 получили ранения. Инцидент произошел на железнодорожных путях города Филадельфия. Состав следовал из Нью-Йорка в Вашингтон. В момент аварии в поезде находились около 240 пассажиров. Сообщается, что с рельсов сошли 8 вагонов. Движение на участке приостановлено. Как заявили в Федеральном бюро расследований, версия теракта исключается. На месте крушения работают спасатели. Я и мои сотрудники были на путях там, где произошла авария. Это просто ужас. Никогда ничего подобного в своей жизни я не видел. И большинство моих служащих тоже.